Всем привет! Сегодня я покажу, как играть песню Джонни и Эмина «Камин». Я сначала сыграю ее в фингерстайле, в оригинале, потом покажу, как играть в медленном темпе. Ссылка на табулатуре будет в описании. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. А сейчас я покажу, как можно сыграть эту песню аккордами, и затем покажу, как можно сыграть аккордами, но без бары. Темпе, значит, беру аккорд F, дергаю шестую, вторую, третью вместе, затем четвертую. Потом аккорд ставится G, без мизинца можно. Принцип тот же, и аккорд AM. И далее опять аккорд G. Сейчас я покажу, как играть эту песню без использования приема барре. На третий лад четвертую струну, на пятом ладу третью, дергаем бас четвертый, играем затем третью, первая, вторая вместе и обратно третья. Повторяем еще раз, затем указательный палец перемещаем на шестую струну, перебор тот же играем, потом открытая пятая, два раза, и возврат идет на шестую струну. Играется вся песня таким образом. Все. Thank you.
подергиванием здесь играем. Щелчок. Играем щелчок. Вот надо добиться такого звучания, то есть мы отсекаем струну, в данном случае вторую, ногтем указательного пальца сверху вниз, и в это время у нас большой палец кладется на шестую струну. Вот получается такой эффект щелчка. Дальше играется бой. Или открытую. Последняя часть, она самая сложная, потому что здесь играется прием бочка и щелчок. Играем аккорд и запястье бьем по деке. Далее щелчок. Нужно потренироваться в медленном темпе вот такое вот движение. Значит, с басом вместе мы играем бочку, потом щелчок. Старайтесь, чтобы движение было экономное в запястьях, то есть далеко не убирать, иначе вы так наломаете дров в прямом и переносном смысле.